Друзья, всем привет! Рад вас снова приветствовать на своем канале. Сегодня у нас плановая охота на Даугаву. У нас выезд в поиске крупной рыбы. Охотиться сегодня я буду со своими друзьями Сергеем, с Юрой и с Эдгаром, которые постоянные мои напарники. У нас сегодня цель найти большую крупную рыбу для выстрела. И самое интересное, что получится в подводной охоте, мы покажем вам в этом выпуске. Поэтому оставайтесь с нами, подписываемся и не переключаемся. Итак, ребята, мы приехали на место, на Даугаву. Приехал, как я уже сказал, со своими друзьями. Сергей, Эдгар и Юра. Очень опытные ребята. Ребята, привет вам. Привет. В общем, смысл такой, что пару слов расскажу об этом месте. Район Ян-Елгава. Здесь получается очень широкий разлив Даугавы. И по глубине здесь получается следующее. Здесь от берега, как бы, грубо говоря, метров 50-60 к середине глубина от 3 до 5 метров, посередине твердая шестерка. А на той стороне, ближе к тому берегу, там идет старое русло реки. Там везде где-то глубина от 7,7 до 8,5. И оно везде идет вот там вот вдоль того берега. Получается здесь до середины дальше где-то шестерка, а за ним 8,5. У меня есть друг в Риге, Алексей Шачков. Кстати, Леха, тебе от нас большой привет. Светинс. Да, Светинс. Довольно сильный, кстати, кто не знает, подводник, тоже стреляет довольно крупную рыбу. Он как-то здесь плавал и в прошлом году взял здесь большого сома где-то в этом районе. Он, конечно, не колется, где точно это было, но сом у него потянул на 28 килограмм. Поэтому сегодня мы попытаем удачу, посмотрим, что у нас в этом месте будет. И самое интересное, постараемся показать вам. И сейчас пойдем переодеваться и залезать в воду. Итак, мы переоделись, сейчас будем залезать в воду. Охотиться сегодня буду с пеленгасом, средней ручкой, 55-ка. Наконечник будет таитянский, мой любимый наконечник. Вода 21 градус, рыба, по идее, должна уже выходить с глубины. Поэтому залезаем в воду, посмотрим, что там будет интересного. Увидимся, когда вылезем. Друзья, после того, как мы залезли в воду, нас ждал не очень приятный сюрприз. Видимость была не настолько хорошая, насколько мы ожидали. И слишком длинные съемки под водой из-за плохой видимости я делать не стал. Единственное, что было интересно, это на глубине 5,5 метров я нашел затонувшее дерево, обрадовавшись, что это был большой сом. Было очень много мелкой щуки, маленьких судаков. Встречались небольшие, маленькие подлещики. Единственную рыбу, которую я нашел для выстрела, это был ясь, почти на 2 килограмма, которого я взял на глубине 4,5 метров. После чего я еще отплавал около часа, не нашел ни одну достойную для выстрела рыбы и стал потихоньку возвращаться на берег и ждать своих напарников. Так, во, вылез Эдгар. Эдгар, как дела? Ну так, не очень. Не очень? У меня тоже не очень. Взял, что ты взял? Леща одного взял на выход. О, так лещ хороший же. Что такое средний? И килограмма два есть. Ну, покажи, ничего. Покажи ребятам такой лещ. Очень много мелкой рыбы было. Вот так это красивый лещ. Килограмма два точно. В принципе, больше ничего я не видел. Прозрак такой плохо-плохой, но рабочий. Да, прозрак так себе на самом деле.
Ожидали, было, конечно, больше воды. Да. Не, ну, что, поныряли хорошо, красиво, но хоть лещи, если то. Вообще не мелкая рыба никакой. Так, Сергей вылез. Сергей, как дела? Как дела? Покажи, что взял. О! О! Какой лещ. Лещик? Тоже красивый лещ, как у Эдгара. Килограмма два. Юра, ты видел что-нибудь? Да, видел. Сходов много было, но из-за мутника там вообще... Видимость очень плохая, на самом деле. Я как новичок, я особо там далеко не плавал. Да ладно. На свалы на 4 метра и глубже не ходил. Да ладно, новичок. Ну а в целом, Сергей, вообще были какие-нибудь сходы, что-нибудь? Нет. Вообще ничего не видел? Это единственная рыба, которую видел. Ну лещ все равно неплохой. О, какой. Губастенький. Губастенький, да. Ну да, я говорю, мелочи очень много было, но вот у Эдгара лещ. Так, друзья, посмотрите. Я взял вот такого вот красивого язя на 2 килограмма, кило 920. Хороший, большой, красивый язь. В целом, отныряли очень много с ребятами. Я видел, что там Эдгар ближе к руслу Довгавы к середине очень много нырков сделал. Я сегодня сделал 44 нырка. Но в целом, что можно сказать, очень много мелкого судака. Видел щук, наверное, маленьких, ну, не знаю, ну, штук, наверное, 7 каких точно. Видел подлещиков, штуки 3-4 таких небольших с ладошку. Одного леща думал стрелять, но такой килограмм на полтора не стал, потому что, как бы, ну, не особо крупный. И вот увидел такого на 3,5 метрах, стоял в траве такой вот язь. Ну, в целом, к сожалению, ну, что сделаешь? Не всегда рыбалка бывает такой удачной, что настреливаешь много рыбы. Поэтому... Тоже хорошая рыба, крупная, нормальная, вот такой вот красивый язь. Поэтому оставайтесь на канале. Впереди еще очень много рыбалок. Будем с ребятами так же само бомбить Довгаву, искать трофей, трофейного сама, судака. Всем спасибо, что были с нами. Всем пока. Подписываемся.